Всем привет! По многочисленным просьбам мы продолжаем играть в BN10. А следующая у нас аналожка выглядит вот таким вот образом. Тут меня сейчас пытается раздавить, правда? Ух, какие нездоровые эти великаны-то, а? Так, давайте попробуем. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Замешкался у них в ногах. Так, давайте валим куда-нибудь в тихое место. Из способностей у нас, ну, кроме разве что махать своими вот этими ластами здоровыми. Ну, я честно даже не знаю, как назвать-то еще такие здоровые ручищи загребущие-то. Прям реально ласты какие-то. Вот, в общем, махает он ими вот так. Может превращаться вот в такую капсулу. В общем, превращается в летающую доску. На несколько секунд буквально, чтобы кого-нибудь бортануть. Так, что у нас еще есть? Есть возможность стрелять своими вот этим вот глазом, который у нас вот тут стоит. Давайте попробуем стрельнуть. Вот так вот. В эту непонятную лягуху сейчас стрельнули. Ух ты, жук какой летающий. До него мы тоже доберемся. Что еще мы умеем? А, ребята, вот эта способность, в общем, она позволяет нам трансформироваться в любой предмет. Вот, допустим, давайте в эту машину сейчас. Хопа! И мы в машину превратились. И все, и поехали отсюда теперь. Так. Блин, какая она неповоротная. Ну, слушайте, ну это круто же, когда ты можешь трансформироваться как трансформер в любой предмет, в любую машину. Ну вот в здание, наверное, я не смогу. А вот в летающий корабль, ну-ка, пойдемте попробуем. Попробуем в летающий корабль. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, я не хочу никуда лететь, я хочу попробовать трансформироваться в летающий корабль. Не, в корабль не получится. К сожалению, увы и ах. Обидненько. Ха, смотрите, я принял облик дрона. Вот этого дрона, который здесь был. Круто, круто. Теперь я дрон. Так, кого-нибудь починить здесь нужно? Блин, а здесь в городе есть еще что-нибудь, чей облик я могу принять? Не, похоже, что нету. Похоже, что нет. А если я попробую принять облик другого персонажа? Ну-ка. Нет. К сожалению. Ой, кажется, я его сломал. Ладно, валим отсюда. Давайте посмотрим на другого какого-нибудь. И на ложку. Так, что у нас там еще есть? В кого мы еще не превращались? Мы, кажется, не превращались еще... Так, это не то. О, в муравьишку! В муравьишку! Ха, вы посмотрите, какой это лупоглазый зеленый муравей. Причем у него еще и галстук есть. А, он же ученый, по-моему. А, блин, это я путаю уже с другим мультиком, где тоже был муравей ученый. Только не помню, с какого мультика. Также напишите в комментариях, что это за мультик, где был ученый муравей. Итак, попробуем кого-нибудь сейчас этим муравьем ушатать. Так, а я руками драться... Нет, руками драться я, к сожалению, не умею. Блин, плохо. А что ж я умею это делать? Слушайте, способности... О-о-о-о-о-о-о-о! Нифига себе, пушку умею собирать. Крутую пушку. Ну-ка, давайте. Так, 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 блин. Ну, подожди. Как ты быстро ездишь. Так, надо... Эх, не успеваю, не успеваю, не успеваю просто пострелять в него. Сейчас еще разок. Бух, нормально так бубухает. Блин, ну слушайте, кроме как собрать пушку и в кого-нибудь стрельнуть, этот муравьишка больше ничего не умеет. Зато он очень высоко прыгает. И вот чтобы вы поняли, каких размеров этот муравьишка, вот я встану напротив обычного человека. Ну, в общем, как бы так. Практически с кроссовок. Да, размер кроссовка. О, давайте мы тоже тут постреляем. Что-то я не туда дострелил. Вообще не туда. Так. Ребят, стойте, мы вас постреляем. Ну, слушайте, ну совсем мало дамага с этой пушки. Пушка-то выглядит круто, а дамага наносит мало. Ладненько, посмотрим, что у нас дальше есть в нашем Омнитриксе. О, жучара! Сейчас мы превратимся в жучару. Смотрите, какая она стрёмная. Слушайте, ну она реально какая-то страшная. Прямо из какого-то Старкрафта, ё-моё. Так, что мы умеем? Умеем плеваться своей вот этой вот жижей, своими слюнями, блюнями, слюнями, блюни, блюни. Я не знаю, то ли это сопли, то ли это жижа какая-то, в общем, слизькая какая-то составляющая. Слизь, знаете, похожа на этого, на лизуна. Вот. Так, ну, помимо того, что мы можем стрелять своей слизью, мы можем еще и... Так, что мы еще можем? Эй, мы разве летать не умеем? Мне казалось, что мы умеем еще и летать. Да, ребята, мы умеем все-таки летать. Наконец-то я понял, как это сделать. А иначе для чего нам вообще крылья нужны-то здесь? Итак, я хочу взлететь вверх. Нажимаем буковку R. Эй, во, взлетели, все. И давайте попробуем куда-нибудь повыше взлететь. Блин, тут, конечно, управление немножечко такое странноватое. Во, все. Давайте попробуем взлететь выше нашего вот этого бизнес-центра биткоина. Посмотрим, что у нас вверху есть. Ну, в принципе, и кроме как неба мы здесь ничего и не увидим. Блин, ну карта, конечно, роскошно большая. Прям как для Спайдермена. Ну, в общем, мы взлетели вот на такое вот расстояние высокое.
И теперь давайте попробуем выйти из этого облика нашего насекомого, летающего, и посмотрим, что с нами будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кажется, опасно. Прям на машину. Нас спасла машина. Ладно, можно присесть, мороженку поесть. Так, давайте посмотрим. Нет, кажется, я здесь не присяду. Лейбик. Я даже не знаю, что это сейчас будет. Но, видимо, что-то большое. Ох-ох-ох, ёшеньки-мошеньки. Ну все, сейчас я вас буду всех давить. Так, ага, это я бластером стреляю. Это наша первая способность, стрелять бластером. Прикольно. Только все подтормаживает невероятно. Такое ощущение, как будто я на Сеге играю. Или на Денди каком-нибудь. Так, ну это понятно. В общем, я стреляю бластером. Что еще я умею? Топтать маленьких людишек своими огромными ножищами. Круто. Блин, всегда мечтал потоптать кого-нибудь. Ну, конечно, не людей. Что еще мы умеем? Так, и, по-моему, а и все. Топтать маленьких людишек и стрелять из своего бластера. В принципе, это две основные его суперспособности. Ну, конечно, что еще великану-то нужно? Да ничего, он сам по себе просто здоровый, что хочет, что и делает. Может даже вот эту башню снести. Лбом. Смотрите, он просто бьет лбом. А, нет, он топчет тоже ногой. Он топчет ногой. Понятно. Но в данном случае это смотрится, как будто он бьется об стенку своим лбом. Ты чё, рыжий? Офигел? А ну иди сюда. Я сейчас тоже в тебя стрельну. Битва титанов началась тут, все. Блин, походу... Да. Я не успел затоптать его ногой. Ну, хотя, мне кажется, против него это бесполезно. В итоге он меня вырубил. Давайте посмотрим, кто у нас следующий. Следующий у нас... Что у нас здесь есть? Бен Вулф. Воу, прикольно. Волк, похож на оборотня. Нифига себе, он прыгает. Слушайте, ему еще баскетбольного мяча не хватает. Вот честное слово. Он бы отличным баскетболистом был. Руками он делает вот так вот. Ну, конечно, у волка руки загребущие. Он только загребать и умеет. Ну-ка, где-нибудь кого-нибудь здесь сейчас загребем. Вот, ух ты ж, нифига себе, как он больно бьет-то. Нифига себе, приличненько так. Что у нас еще умеет этот волк? Воу-воу-воу, посмотрите, как он рот открывает. Он выпускает какую-то субсидию, субстанцию, не знаю, похоже на какой-то зеленый яд. Причем я попасть ни по кому не могу. Вот давайте по нему. Блин, ну она мало отнимает, мало отнимает. Но сама фишка, как у него открывается рот, очень круто смотрится. Что еще мы умеем этим волком? А в принципе, походу, и ничего. Ничего, ребят. Ладненько. Тогда выходим из формы этого волка. Посмотрим кого-нибудь другого. Так, а другой у нас это Бушок. Ну-ка, Башок. Ууу, маленькая батареечка. Вы посмотрите, какая она злая. Офигеть, и вся такая напряженная. Прям ток из нее искрится. Что ты у нас умеешь? Бить руками он не умеет, как все. Но зато умеет пускать шаровые молнии зеленые. Хо-хо-хо, круто, круто. Блин, а что еще ты умеешь, кроме этого? О, он еще умеет и летать. Офигенно. Просто взлетел в космос. А как опуститься? А как опуститься? Эй, эй. А, опуститься просто надо на месте стоять. Ясно. Ну, в принципе, это всего две способности. Это шаровая молния его зеленая и возможность летать. Посмотрим следующего мутантика. Так, следующий мутантик у нас это... Артигуана. Вот это гуана. Слушайте, на Крейзи Фрога похоже. Забавное. Хотя не, на Крейзи не похож. Не похож. Но на Легух точно похоже. Ладно, давайте посмотрим на ее способности. Ну, конечно же, лапами она своими бьет. Кстати, у нее передние лапы, ну, точнее, руки похожи на лапы, на задние ноги. У нее четыре ноги здесь. Забавно. Ладно, давайте посмотрим способности. Воу-воу-воу, нифига себе, она бластер какой мудрит. Такой жирнющий бластер. Наверное, очень больно бьет. Давайте проверим. Так, ты испытуемый. Ну, нет, не сильно больно. Не сильно больно. И что еще? Помимо бластера она, в принципе, больше ничего и не умеет делать. К сожалению, ничего. Ну, разве что еще вот как-то так назад рукой может отмахиваться. Как будто там какие-то насекомые. Просто отмахивается. Уйди от меня, уйди, уйди, все, давай, пока, отстань от меня. И тем временем за нами бежит вот этот силач четырехрукий. Так, все, меняем форму. Папочки, надо отсюда свалить.
Надо отсюда свалить. Да блин, отстань от меня. Кого? Давайте быстренько, любую форму принимай, а то сейчас меня убьют. Давай, ну. Воу, превратились в шарик. Это первая способность, его превратился в шарик. И все, валим отсюда, от него гасимся. И уезжаем от него, уезжаем быстрее. Оу, кажется, он за нами прыгает. Оу, что-то он от нас не хочет отставать. Похоже, у нас первый враг завелся на этой карте. Ну-ка, иди сюда, давай-ка мы тебе сейчас... Блин, а я нифига ему и не могу сделать в этой форме. А я так надеялся, что я его раскатаю. Сделаю из него блинчик. Ладно, поехали. О, а тут магазин, смотрите, я раньше не обращал внимания, что здесь есть магазин. Прикольненько. Ладно, выезжаем отсюда. И покатили в куда-нибудь в укромное местечко, чтоб нас никто не грохнул. А то у меня уже мало хп, и кажется, нужно валить отсюда. Блин, он такой забавный, он такой крутой. Похож на медведя чем-то, на панду, я бы даже сказал. Неповоротный, здоровый. И, в принципе, у него нет никаких способностей, кроме как свернуться вот так вот в колобок и кататься. Ну, еще и размахивать руками. Это все, что он умеет, к сожалению. А может быть и к счастью, он же такой мимимишный, милашный. Будет мумия! Вы посмотрите! Жесть! Блин, он крутой! Он классно сделан, но ходит как-то косолапо. Похож на бревно, если честно. Ну, ходит он как бревно. Так, и способности у него. Бить своими вот этими костылявыми, причем бьет он как-то, ну реально, как костылями какими-то. По-моему, недоработали анимацию немножечко. Кажется, его рука пробивает его самого же. И способностей у него, к сожалению, вообще ничего нет. Очень обидно, очень-очень-очень обидно. Но выглядит он устрашающе. Я думал, он там бинтами каким-нибудь будет кидаться. Но вот, к сожалению, нифигашеньки он не умеет делать. У нас осталось последних 4 мутанта. Давайте на них и посмотрим. Это у нас Йейгай. Что-то я превратился непонятно в кого. Ух, вы посмотрите, что происходит здесь. Ужасные глюки. Здесь у нас кто-то... Это как? Офигеть. Видимо, кто-то сломал карту. Не, ну бывает же такое, а? Просто какой-то инопланетянин разлетелся на кусочки. Или это большой тут чувак? Ага. Что с ним? Блин, ну выглядит это забавно. Ладно, придется перейти... Оу, вот он я появился. Реально, глазастый чувак. Ну, недаром же его назвали. А вместо глаз у него здоровые какие-то ушные раковины. А все глаза у него расположены на теле. Итак, какими способностями ты обладаешь? Ну, конечно же, он может бить руками. Ну, как бить? По-моему, он ими копает. Копай? Ну, бьет он обычно. Ничего тут сверхспособного, сверхъестественного, точнее, нет. А вот эта способность, что у нас делать? Оу, нифига себе, как у него. Ха, я еще и успел, умудрился кого-то замочить. Офигеть. Смотрите, когда он пускает свой зеленый лазер, у него глаз так вперед выпирает. Прям страшно. Блин, ну классно смотрится. Классно анимировано. Но вот эти ушные раковины, так, меня немного напрягает. Кажется, по нам стреляют. Что еще ты умеешь? Блин, ну это мы знаем. И все. Это все, что ты можешь. У тебя столько глаз. Я думал, ты их можешь выпускать, и они как дроны будут летать, там у кого-нибудь уничтожать или еще что-нибудь. Эх, ясно. Похоже, здесь силы разработчика кончились, и он ничего не смог придумать. Давайте посмотрим последних трех, что у нас здесь есть. Так, это у нас кто? Это у нас невидимка. Понятно. Как бы... Не, я, конечно, шучу, просто еще не прорисовалась текстура. Видимо, слишком напрягли карту. Точнее, этот плейс. Да, ребята, в общем, мы превратились вот в такое вот растение необычное. Оно очень огромное. И у нее растут какие-то на спине штуки. Непонятно, какие-то семена, в общем. И, к сожалению, она умеет что-то делать, но этого не видно. Я так полагаю, она выпускает какой-то плющ или какое-то растение, либо какой-то канат из растения, я не знаю. Вот если я, например, наведу мышки вот на это здание и выпущу этот канат, то меня притягивает к этому зданию. В общем, это как-то работает так. Жалко, конечно, что все-таки нету анимации. Выглядело бы это наверняка очень круто.
И, в принципе, на этом все. На этом полномочия данного НЛОшки закончились. Он больше нифигашеньки не умеет. У нас на подходе вот такой вот зубастик. Очень классно и забавно выглядит. Еще один мимимешный персонаж. И, по-моему, он вообще ничего не умеет делать. Он берет только своей мимимешностью. Вот так подходишь к нему. Привет! Привет! Ха, интересно. А, я между ног у него не могу пройти. Блин, никак. Да. Слушайте, ну это словно как будто игрушка из киндера-сюрприза. Просто для красоты. Жалко, что он ничего не умеет делать. Эх, блин. И чтобы выйти мне из этого мимимешного персонажа, мне пришлось все-таки ресетнуться, потому что он тоже немного багнутый. Последний герой, ребят, остался. Последний персонаж, НЛОшка, Дито. И выглядит он вот таким вот образом. Ходячий боксер какой-то, слушайте. Блин, ну он так боксирует. А что за способности у него есть? Воу! Прикольно, слушайте. Он вызывает теневых клонов, которые кидают его в какого-нибудь противника. Ну-ка, давай. Хлобущ. Давайте еще раз попробуем. Ой, кажется, я промахнулся. Блин, ты тут еще? Ага, тут. Тут, кажется, он кровью истекает. Без тела, но кровью истекает этот персонаж. Ух ты, баскетбольный мячик. Кажется, он кинул баскетбольный мячик. Ну-ка, подождите. Реально он кидает баскетбольный мячик, ребят. Ну-ка, еще раз. Прикольно. Так, а теневые клоны давай. Теневые клоны. Подожди. Давай, теневые клоны. Теневые клоны. Ах, опять в дом врезался. Блин, нужен какой-то другой игрок. Тот слишком вырос. Давайте в этого. Блин, ну дамаг не наносится вообще. Надеюсь, что разработчик все-таки доделает карту и будет очень круто. Ну, в принципе, все. Все НЛОшные персонажи у нас закончились. Все способности у этого персонажа тоже закончились. И можно подвести итоги. Карта, ребят, сырая. Дело здесь, в принципе, кроме как перевоплощаться, больше нечего. И очень часто виснет сама игра. И чтобы выйти из некоторых обликов НЛО, тоже приходится делать ресет. Так что, в общем, делайте выводы, если вы хотите перевоплощаться и вы большой фанат Бен 10, то советую поиграть. Если нет, то, в принципе, здесь делать нечего, здесь скучновато. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Если вам было интересно, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем удачки и пока-пока.